Ну, я в прошлый раз же говорю, так же само получилось. Левая рука у него меня поразила. На СНПРО была на правую руку. То есть, видишь, говорит, по силе на правую сильней, а вот именно движение разное. Получается, больше, чем 2, может, 3 года, получается, прошло. Вот, в принципе, тогда боролся с ним, так почувствовал. Сейчас 3 года прошло, думаю, сейчас вот именно по этой тренировке можно будет судить по форме. Ну, нормально. Еще 2 месяца, и, по сути, как бы еще наберу. В целом, все нормально. Всем доволен. А это просто спарринг, он так, я к этому серьезно не отношусь. Сам будет в это время? Нет. Я с операцией, мне операцию делали на локте, я только еще восстанавливаюсь.